Oh, quasi c'è il telefono. Алло. Ты да, конечно, приезжай. Пока. Что случилось? Позвонил мой друг Шеринг из города драконов и сказал, что он приезжает к нам в гости. Ну тогда нам надо поспешить на станцию. Thank you.
серенг. Смотрите, вот же он. Ты что, со всем своим человеческим семейством приехал меня встречать? О, Шеренг, привет! Не нравится мне этот серый тип. С виду самый настоящий дракон. Со всеми твоими человеками. Шеренг, знакомься, это Артём. Артём, это Шеренг. Пахнет как настоящий человек. Очень приятно, господин Селенг. Не надо, господин. Вообще в городе драконов меня называют Серый. Но ты можешь называть меня просто Селенг, господин Артём. Шеренг. Это дедушка. Это мой дедушка. Дедушка, это Шеренг. Очень приятно, господин дедушка, мой дедушка. Фу, как же от этих людей Амир... Амир что? Так я говорю, он-то чего замер? Думаю, вам с дедушкой лучше поехать на автобусе, а мы с Шерингом полетим за вами. Хорошо, мы так и сделаем. Говорил я тебе, лучше бы стрекозу себе завел, а не этих твоих человеков. Со стрекозой удобно. Она и летать может, и в беде поможет. А твои люди-то чего сделают? Они ж такие неуклюжие. Как ты их в воздух-то поднимешь? Ну ладно, уже полетели. У меня все нормально, но без тебя в драконьей стране скучно. Вот я и приехал.
Лоскик, у тебя же нет крыльев. А как ты можешь летать? Они у меня прозрачные. Тому же мне помогает специальная воздушная сила, которая есть у каждого дракона. И у меня, и у Шеринга, и у всех, кто живет в городе драконов. А вы покажете нам свою суперсилу? Конечно! Внимание, внимание! Просьба Артему встать в центр площадки, а всем остальным отойти подальше. Сейчас на ваших глазах мы с Шерингом продемонстрируем свою воздушную силу. Артем, расставь руки по горизонтали. А теперь смотри, Чомочка, ничего не делай. Сейчас ты просто будешь висеть в воздухе. Ну как? Лоскик, там туча! Что? Не слышу! Мне говорят, что я балбес, что я вчера с березы слез, и человек один, и подо мной земля горит, и вообще правду говорят. А виноват в этом Бог, кто у меня внутри живет. Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, поплавут и оборвут. Он все творит из подвеща, только скружится башка. Он поплавут и оборвут, он на свободе не бьет. Мой по-другому жить, я мог бы ловко танцевать, и даже позже мой как жена, я мог бы марки забирать. Старый книжный дом, и все соседи наконец сказали. Без паники, деду приготовиться к запуску. Было весело. Вот и отлично.
Тогда мы можем показать Шерлингу еще одно место. Заодно обсудим важное дело.